отец Александр давал когда-то. Хотя сам отец Александр не вышел из РПЦ, он даже не дожил до падения Союза. Его убили в 90-м году, за год до того, как развалился этот безбожный Советский Союз, по-гречески атеистический, мне нравится по-русски, безбожный. Когда Союз рухнул, многие заговорили о необходимости обновления церкви. И Борисов, отец Александр, я очень уважаю его и имел общение с ним. Сегодня скажу, что во многом не понимаю его позиции. Я не хочу судить брата, он очень много потрудился, и я очень уважаю его труд. Но его супругу очень уважаю, вообще эту семью Борисов очень уважаю. Но скажу, что, на мой взгляд, отец Александр Борисов смог бы гораздо больше сделать, если бы он поступил бы честно. Я считаю, что его позиция не совсем честная. Если бы он вышел из традиционного православия, потому как ему и там не дают жизни, не давали ему трудиться и раньше, и скажу, что он бы принес больше плода, смог бы принести больше гораздо плода. Кто-то, может, читал его книгу «Побелевшие нивы. Размышления о Русской Православной Церкви». Мало кто читал. В сети она есть, в интернете ее можно встретить, эту книгу. Купить ее в печатном почти невозможно. Это очень редкая книга, небольшим тиражом. И при том, согласие автора, большую часть тиража уничтожили, сожгли. Он сам пред патриархом Алексеем II отрекся от этой книги и публично заявил, что он отрекается от нее. Хотя он потом перед друзьями сделал заявление, что это как вот он был как Галилео Галилей, сказал все-таки после судилища, что все-таки она вертится как бы. Но и сказал, что перед патриархом Алексеем стоял он с фигой в кармане. Но опять-таки эту фигу в кармане кто мог видеть? А его заявление было везде опубликовано. И это было большим позором для обновленческого движения, тогда только зарождающегося в начале 90-х. К сожалению, скажу так, по-ленински можно сказать на его этот поступок, шаг вперед, два шага назад. Он сделал большой шаг вперед, молодец, умница, но затем, к сожалению, сдался. И хотя, когда я спрашиваю, почему вы сделали это не секрет информации, он это повторял не раз уже перед другими людьми. И тем более, то, что он сказал мне, он сказал при свидетелях многих, он сказал, что, знаете, я хочу умереть своей смертью. Я не сужу его. Бог судья всем нам, и я не требую от него героического поступка, допустим, идти на амбразуры. Он избрал свой путь, он сделал свое решение, он принял свое решение. Хотя, возможно, и могло бы все по-другому. Я считаю, что Борисов, если бы он сделал бы шаг вперед все-таки, если бы у него жена более героическая женщина, скажу так, если бы он сделал шаг вперед и пошел бы дальше. Да, конечно же, ему угрожали, его семье угрожали. Патриарх Алексей II, с ним только может Кирилл нынешний сравниться по уровню криминалитета, влияния на криминальный мир и политический мир. Конечно, это очень страшные люди, но, однако же, волков боятся в лес не ходить. Однако же, если я бы боялся бы, не то, что я такой безбашенный, я тоже боюсь. Я не трус, но я боюсь. И, знаете ли, не хочешь, чтобы посмертно орден награждали. Конечно, некоторые меня батюшку встречают и говорят, о, ты еще до сих пор живой? Странно. Тоже, конечно, скажу, не все было гладко. Думать, что все так просто. Раз взял, ушел и стал реформатором, обновленцем. Тоже столько раз и наезжали, и по-хорошему, и по-всякому, и вывозили, с автоматами приезжали в масках, было так, что я примерно полгода вообще не мог прийти в себя нормально, начать служение, дальше продолжить, потому что после того стресса, когда за вами приезжают с автоматами, не били сильно так, слегка так потолкали, но, как потом сказали, хотели попугать этого попа. Была для них установка такая, что ли. Мне объяснил один милиционер когда, что попугать приезжали они. Но ничего конкретного, но однако же получилось у них попугать, знаете ли. Потом еще два раза так наставляли оружие. Один приходил убивать, но он сказал так, что я должен убить тебя, но я не могу, говорит. Просто не могу. И положил оружие в сумку свою, и
быстрым шагом просто удалился, знаете ли, и притом, я когда выглянул из окна и вижу, он просто бежит просто, бегом. Такое ощущение, как будто за ним кто-то гнался. Я еще посмотрел, ну кого он испугался? Ну, да неужели милиционеры, что ли? Ну, первое, что мне в голову пришло, никого там не было вообще больше. У меня потом такая возникла даже, ну, как, такое предположение, а не ангелов ли он увидел вообще? Потому что слишком как-то все очень было похоже на то. Но были разные моменты, и угрозы, и сейчас угрозы продолжаются. Думаю, сейчас что стало лучше как-то. Вот, значит, как один говорил, замначальника ФСБ, значит, ну это КГБ, ну то же самое, только по другим соусам. В принципе, та же самая бесовщина. Значит, по Иркутской области, значит, сказал так, что мы здесь, говорит, журавлевщины не допустим. Я не знал, что у них есть, в их кругах есть такой термин, журавлевщина, представляете? Ну да. А другой дядька, тоже замначальника ФСБ, только другого края, не скажу какого, там мне туда надо еще ехать, скоро будет. Вот, в Иркутск я не собираюсь в ближайшее время, а вот туда еще собираюсь. Значит, он сказал так, что, значит, при том на общение с некоторыми служителями, пастырями, то же самое сказал, что если Журавлёва еще раз пригласите, то мы вас лишим здания. Здание церковного, которое являлось зданием библейского института. Значит, и, в общем-то, этот дядька просто-напросто рассказал, как они это сделают. И пастыри поняли, что это все вполне, как будет законно. Беззаконие, законное беззаконие, как бы. И, в общем-то, я сейчас говорю о том, что дело реформации, это порой очень сложное дело, на самом деле, да. И вы думаете, я так взял и сразу решился и сказал Богу «да» на то, чтобы делать то, что сейчас я делаю. Это было не так скоро. И только лишь в конце 2000 года, в 96-м я вышел, и только лишь в конце 2000 года начал свое служение, в котором сейчас я нахожусь. И последней каплей были откровения через Библию, читаем Божье Слово, и в каждой книге Библии я вижу реформацию. Каждая моя молитва, по сути, и личная, индивидуально особенно, заканчивалась именно молитвой за церковь. И были сны некоторые, были откровения через Слово Божье, это уже говорил, да, были пророчества, но последней каплей, которая переполнила вот это мое ведение, и я начал свое служение, это было видение. Знаете ли, я видел только два раза в жизни видение, вот так вот, как я его видел. То есть, не теряя картинки вот того, что я вижу сейчас физическими глазами, я видел, и первый, и второй раз это было без всякой подготовки. Я не был готов что-то увидеть. И меньше всего я думал о том, что я могу что-то увидеть вообще. Но это все я видел своими глазами. И больше того, даже слышал во втором, по крайней мере, видении, я слышал даже голос. В первом ничего не было такого сказано, но во втором я слышал голос. Первое видение это было еще в армии, советской армии, да, в карцере я видел Иисуса. Значит, но второе видение это было вот как раз в конце 2000 года, когда Бог призвал меня. Он и раньше призвал, но в этом видении я окончательно принял это решение, ну уже даже испугался, уже не слушаться Бога, потому что голос тихо, но очень твердо сказал так. Это было как будто мысль, но это не мысль моя была. Это был твердый голос, тихий, но твердый. Сказал, что если я не начну служение, то эти люди, которые были показаны там, они погибнут. А кровь их взыщу с тебя, Бог сказал. И после этого все, мои все сомнения рассеялись. И, знаете ли, я боюсь людей, но больше Бога боюсь. И, знаете ли, потому что если, скажу так, кто говорит, что он не боится, то это ну, неправильно говорит. Я в этом убеждался много раз. Я разговаривал с разными людьми, которые воевали и прочие. Все говорили, и герои говорили, боимся. Но есть разные реакции на этот страх. Мне очень нравится, когда Джон Нокс умер, да, Джон Нокс, то положили ученики камень на его надгробие, и они написали примерно такие слова на этом камне, что под тем камнем покоится прах человека, который настолько боялся Бога, что больше в этой жизни ничего не боялся. Слава Иисусу Христу. Написано, совершенно любовь изгоняет всякий страх. Я не сужу тех, кто не встает в ряды сейчас обновленческой церкви, потому что это одно из самых названий таких вот нашей церкви, нашего движения, обновленческая церковь. И скажу, что почему не сужу, потому что очень небольшой шаг от геройства до подлости, очень небольшой шаг буквально от падения к святости. И
Есть священники, которые говорили, да, они хотели идти тоже в реформацию, но потом получалось, говорили нет, и забирали свои слова обратно. Один священник в Житомире, он сказал да, и он хотел перейти, и его поддержали люди в его приходе, они сказали, что поддерживают это решение перейти вместе с храмом в Украинскую реформаторскую православную церковь, и они изучали несколько месяцев тезисы, материалы насчет нашей церкви, значит, и пришли к тому, что стали единомышленниками нашими. Священник, он и раньше, но он научил людей, и люди, двадцатка, или сколько там людей, их там основные, поддержали его. И потом приехали священники с бандитами, они вывезли этого священника, били его. Вначале били, значит, те, потом другие. И потом бросили его просто-напросто в кювет и уехали. Значит, они поломали ему голову, значит, позвоночник повредили, несколько месяцев в реанимации человек лежал. Значит, потом, придя в себя, он первое, что попросил, он попросил, значит, прощения, значит, и сказал, что забирает свои слова обратно и возвращается в лоно традиционной Украинской православной церкви Московского патриархата, что он передумал выходить из... Испугался, потому что сказали, что следующей будет его жена и его дети. И после того, этих месяцев реанимации, он принял решение остаться в традиционном православии. Не везде так, не везде бьют, но если бьют, так бьют хорошо. Значит, и не везде оружие наставляют, но многие наши священники могут это рассказать, как и оружие наставляют на них, не только на меня одного. Как вывозят, как угрожают, как приходят спецслужбы, СБУ, ФСБ, там разные. Как в Белоруссии КГБ приходят тоже, и как сегодня третируют наших священников. Поэтому те, кто остались в нашей команде, это, считаю, герои. Это, считаю, те, которые на самом деле, значит, уже братья испытанные. И фактически всех наших священников пытаются перевербовать, предлагают приходы, быть, значит, в Русской православной церкви, допустим, Московского патриархата, иметь храмы, церковные дома предлагают, значит, пожалуйста, значит, только откажись, только отрекись. Значит, и я вижу, что сегодня на карту поставлено очень много, судьбы миллионов людей. Потому что если реформация православия произойдет, только представьте, что может произойти дальше. Если священники, если тысячи священников православных, независимо, московского, киевского патриархата, неважно каких, если будут указывать на Иисуса Христа, если будут указывать людям своим, прихожанам своим, не на Матерь Господа, не на других умерших святых, не на ангелов, а на Иисуса Господа. И будут говорить правду, не полуправду, а правду, что ни в ком нам нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. У меня есть мечта, и как вот говорил великий американский реформатор Мартин Лютер Кинг, это чернокожий баптистский пастор, он в своей знаменитой речи так и говорил, много раз повторяю, у меня есть мечта, у меня есть мечта. И знаете ли, у каждого верующего есть своя мечта какая-то определенная, и, да и у неверующих тоже полно мечты разные, но знаете ли, мечтаний, но наше мечтание не должно быть такой религиозной маниловщиной. Знаете ли, представлять себе, воображать себе, фантазировать и вот думать, вот когда-нибудь это все произойдет, знаете, по щучьему велению, по моему хотению. Однажды это все как бы само собой образуется, и кривая наша вырулит туда. Ни в коем разе, ничего не будет. Если бы 5 столетий назад Лютер так бы и думал, то поныне бы в Европе сжигали бы ведьм, сжигали бы еретиков и инакомыслящих преследовали на кострах бы. До сих пор бы дурдом совершался бы тот, что совершался тогда, 5 столетий назад. Ничего бы не изменилось, если бы некоторые люди не начали что-то делать. И Бог, я верю, Он благословит. Скажу, что когда ранее, вот, к примеру, мессианская община, думаю, это многим понятно будет, понятнее будет даже. Если бы ранние сионисты, они также бы и думали, вот, глядя в небо, вот однажды будет что-то само собой, однажды вот по щучьему велению образуется Израиль из ниоткуда, и однажды мы будем там жить свободными. Ничего бы не изменилось бы. Если бы они начали что-то делать конкретное, не предпринимать каких-то шагов, до сих пор бы, значит, там ничего не было бы. И не было бы декларации, да, независимости, да, Израиля, образования государства. Ничего не совершилось бы абсолютно. Поэтому Бог, Он благословляет нас, но не Он выполняет свою сторону, да, работы. Мы должны выполнять свою сторону работы. И мы должны принять, на самом деле, от Бога что-то сегодня. Я убежден в этом.
И по большому счету враг, он может сделать что-то с нашим телом, но не сможет никогда сделать что-то с нами вообще. Потому что если мы верующие, да, если мы христиане, если мы мессианские евреи, если мы христиане разных церквей, мы должны понимать, что есть Господь, и Он властен и над душой, и над телом нашим. Слава Иисусу! И почему Бог придает еще смелости? Потому что Духом Святым Он открывает кое-что. И скажу, что вот у, к примеру, у Мартина Лютера Кинга была мечта. Он мечтал увидеть Америку, где и черные, и белые вместе будут славить Бога и будут жить свободными. Да? У него была мечта определенная, которую он воплощал в жизни. И когда было тяжело, и летели в него и камни, там, и прочее, и полиция арестовывала, и было непонимание, многие пасторы вертели у виска и говорили, ничего не получится, вообще сумасшедший ты. То этот человек, он пошел против вот этой волны пофигизма такого, знаете ли, и что получилось? Получилось, что Бог благословил. Когда ему было тяжело, Бог дал ему слова, такие песни, мы эту песню поем, так перефразировав, переведя на русский язык, ее поют в разных церквях, мы поем тоже эту песню. Одно время наш один священник, отец Евгений, он ее так вот стал внедрять в церковные служения, и мы так вот стали ее часто петь ее. Там слова такие есть. Силою от Бога, верою от Бога, мы преодолеем все. Господь наш, Иисус Господь наш, с Ним преодолеем все. Братья и сестры, давайте нырнем в историю христианства, вглубь столетий, чтобы нам сегодня взять что-то драгоценное для себя, какую-то драгоценную информацию, которая поможет нам самим не попасться на удочку врага. Больше того, которая поможет нам помогать другим людям, которые попались уже. Знаете ли, есть возможность сказать нам то, что написано было в Писаниях еще, в книге Псалмов, что сеть расторгнута, и мы избавились. Кто же расторгает эту сеть, друзья мои? Мы с вами. Бог дает нам Слово Свое, которым расторгается эта сеть, разрывается эта сеть. И мы братьев пленных, их освобождаем, приносим им свободу. Слава Иисусу! Друзья мои, и по порядку. Как я уже говорил на том занятии, что история христианства однозначно показывает кое-что, что христиане, да, телефон можно включать, кстати, в Назарете, в мессианской синагоге там научили такой молитве меня интересной, там, значит, Леон Мазин как раз, да, был, он помолился, взял телефон и говорит, давайте помолимся, я так, надо же, тоже взял телефон, думаю, мало ли, здесь в Израиле уж привыкли удивляться разным чудесам. Может быть, здесь без роуминга, связь какая-то такая с Богом сразу, я не знаю. И, значит, помолился ли он такой молитвой? Благословил Бог наш, давший нам мобильную связь. И повелевший ее отключать во время служения. И все нажали. Вау, мне так понравилась эта молитва простая. Я приехал в Египет к себе в церковь, и я как раз вначале, братья, достанем телефоны и помолимся. Началось с этого служения нашего. Да, господа. Так вот, и история церкви нам говорит однозначно, что первые христиане никому не молились помимо Господа. Просто-напросто нет никаких оснований считать по-другому. Потому что все источники, что сохранились до наших дней,
рассказывающих об истории ранней церкви, все однозначно указывали, что в те времена, первых 300 лет, молились только лишь Богу. Не молились ни Матери Иисуса, ни другим умершим святым или ангелам. Больше того, только вдумайтесь, еще столетие, четвертое столетие, когда церковь была уже свободной, большинство церквей христианских вышли из подполья, легализовалось, проходили вселенские соборы, строились тысячи церквей, больших и малых, десятки тысяч, можно так сказать даже, от Великобритании до Ирана и Ирака, от чуть не Скандинавии там, и до африканских этих колоний. Множество церквей, тысячи и тысячи церквей были построены, больших и малых зданий. Но ни в одной из этих церквей на протяжении целых 100 лет еще не молились никому другому, помимо Господа. Это очень веский аргумент, знаете ли. Потому как, если говорить про первых 3 столетия, то очень мало у нас информации, очень мало источников. Но о 4 столетии очень много информации, много источников. Но ни в одном из них нет даже намека на то, что можно молиться кому-то еще. Никому и в ум не приходило, ни каппадокийцам, ни кому-то еще, ни римлянам, молиться кому-то еще. А когда же появилась эта зараза? Когда же появилось многобожие в христианстве? Как оно пришло? Я уже говорил, что толчком к этому послужил антисемитизм. Церковь к тому времени совершила очень страшный грех, оторвавшись от своих еврейских, библейских корней. Прочитывая Библию глазами язычника, церковь увидела все, ну многое увидела неправильно в Библии. Потому как Библия писалась евреями, писалась еврейскими пророками, и в отрыве от еврейской традиции, от еврейской системы толкований, объяснений, культуры, многие тексты Писания были непонятными или малопонятными, или понятными по-другому совершенно, порой диаметрально противоположно. Это, к сожалению, было в 4 столетии, хоть отбавляй. И толчком к отделению от еврейства, к отмежеванию от еврейства послужило несколько таких, ну, происшествий, что ли. Наверное, самое известное, что могу сегодня вспомнить, чтобы вы запомнили, где-то зафиксировали, записали, это событие, которое было еще во 2 столетии, Папа Римский Виктор, епископ Рима, будем так говорить, епископ Римский Виктор и малоазиатские епископы, спор по поводу празднования Пасхи. Дело в том, что на Западе непосредственно епископ Виктор предлагал совершать праздник Песаха, праздник Пасхи не в одно время с евреями, а в другое время. Не 14-го Нисана, а праздновать, значит, раньше или позже, но не с евреями. Ни в коем разе. Ну, конкретно шла речь о том, чтобы позже праздновать. Значит, но малоазиатские епископы, они рассудили и заявили, что они не подчиняются этому, ну, совершенно необоснованному, значит, заявлению и приказанию даже римского служителя. Потому что они заявили следующее, что сколько мы помним себя, наши отцы и основатели, апостолы, непосредственно все совершали празднование 14-го Нисана, и никто, знаете ли, особо как бы и не переживал по поводу этому, ни Господь наш, ни апостолы, ни последующие еще целых 100 лет христиане не меняли время празднования Пасхи. Зачем оно делать вот такое, знаете ли, такой разрыв? Но римские служители непосредственно заявляли о том, что нам, христианам, надо оторваться от еврейских вот этих традиций. И если мы будем в разное время праздновать с евреями Пасху, то это будет уже как бы таким сигналом для властей, что мы не евреи, евреи не мы, и вообще как бы у нас другое все. Как бы, и тем более, что особо ортодоксальные традиционные евреи не жаловали христианские церкви. И вот будет как бы у нас такой развод, что называется. Мы, как говорится, развод, идите в форточку. Все, мы разошлись, расстались, и даже у нас праздники теперь по-другому празднуются. В разное время. Ну как, не то, что по-другому, в разное время. Но большинство христианских церквей, конечно же, не приняло эти новшества, и они по-прежнему 14-го Нисана праздновали время празднования Песаха, Пасхи, и инициатива Рима осталась как бы, значит, его инициативой. В общем-то, были такие мнения, которые победили, что давайте, чтобы не было споров, братья, оставим как есть.
Кто хочет праздновать по библейскому календарю, как Бог сказал, празднуйте. А кто хочет, как Папа сказал, римский, как епископы предложили западные, то пусть они празднуют в свое время. В конце концов, так рассудили большинство епископов, что давай, из этого не будем делать как бы скандала, и ради мира церковного спокойствия давайте оставим все как есть. Как бы. Кто хочет так, кто хочет так. И, знаете ли, это было лиха беда начала. Это было лишь началом большой ссоры. Потому что буквально уже в начале 4 столетия, когда Константин Великий взял бразды правления в церкви, он на этом сыграл. Потому что он понимал, что очень многие христиане инфицированы вот этим антисемитизмом. И они из кожи лезут вон доказать, хотят, что мы не евреи, евреи не мы. И даже евреи, обращенные, евреи-служители хотели быть еще большими антисемитами, кстати. Показывая, что мы не евреи, мы оторваны от традиции еврейской. И это была большая проблема для ранней церкви христианской. Константин сыграл на этих настроениях, и он не ошибся. Он поставил на самого такого паршивого коня, но тот пришел первым. Почему? Потому что Константин позаботился иметь управление в церкви. Называется это цезарепапизмом. Если интересно, вам можете это зафиксировать, записать это. Слышали такое название? Термин такой. Цезарепапизм. Цезарь – это император, как бы власть. Папас – это духовная власть. Светская и духовная власть. Цезарепапизмом называется система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью. А церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. Вот такое есть определение. Цезарепапизм – это система взаимоотношений церкви и государства. И неважно, императорская, допустим, да, значит, Россия или Рим, президентская форма правления, значит, диктатор какой, неважно, здесь великий князь, допустим. Смысл тот же, что светский правитель, руководитель или же руководители берут на себя бразды правления в церкви. Это старо как мир. Императоры Рима, еще до Константина задолго, Цезарь Юлий, там другие, заявляли, что они являются и верховными понтификами божеств. Жрец верховный и император, два в одном. И светская, и религиозная власть. Боги, которые приходили ложные этим в Рим, допустим, митраизм, да, бог Митра покорил очень многих римлян. И когда это была маленькая религия и малоизвестная в Риме, то как бы власти особо на нее внимания не обращали. Но когда у нее появилось много последователей, когда митраизм стал по количеству как бы, почитателей, как бы, да, поклонников, очень популярной в Риме религии, в Римской империи, тогда власти зашевелились, и император провозгласил себя верховным жрецом и того же самого Митры, чтобы не вызывать никакой там, не нажить никакой оппозиции, не дай бог, значит, и чтобы значит, вся власть была в его руках. Константин то же самое сделал с христианством. Христианство, вы скажете, но ведь христианство было малоизвестной религией, гонимой Римом, да, но не малоизвестной, а известной. И больше того скажу, Рим боялся христиан, Рим боялся официального христианства. И когда христианство в конце 3-го, начало 4-го столетия распространилось весьма широко, оказалось, что в городах до 10% населения это христиане. Это довольно большой процент, тем более это были активные, с активной позицией верующие. Тертуллиан, другие апологеты того времени писали примерно следующее, что потом в Линиане использовалось советскими мифотворцами, что все религии и философии этого мира, они пытались лишь этот мир объяснять, а мы, христиане, пришли этот мир менять. Представьте себе, какое сильное заявление. Больше того, христиане не шли на переговоры, не шли на компромиссы с другими религиозными там, структурами, не сидели за круглым столом с нечестивцами и заявляли, что ничего общего у них нет ни с митраизмом, ни с какими-то другими религиями, что боги народов – это есть ложь. Христианство было очень революционным, потому как рушило барьеры между рабами и свободными. В том обществе это было революцией. Если мы сейчас живем в обществе, где нет рабов, крепостное право на Руси вот больше 100 лет уже отменено. Рабство в России отменили в конце 19-го столетия. А до того были крепостные рабы. У нас, правда, называлось это крепостное право. Ну, довольно интересно, рабство называлось право. Право быть рабом, родиться рабом и умереть рабом.
довольно интересное право. Но как бы хрен редьки не слаще. Говорю так, это одного поля ягодка, как бы ни называлось все это и было рабство. Было рабство, и хозяин, допустим, в обществе рабовладельческом, он имел полную власть над рабом. Раб, он не был просто лишь рабочим, он не был крестьянином обычным, а он не имел никаких прав. Он был собственностью хозяина. Человек, мы сейчас говорим, да, что мы имеем права человека. А откуда они, позвольте сказать? Если не от Бога, то от кого же? И когда Декларация независимости Америки начиналась словами «Мы народ пред Богом», «Мы люди от Бога», как могли это написать, если бы не Бог всемогущий? Кто дал нам эти права? Сегодня многие говорят о врожденных правах человека. Ерунда. Без Бога у нас нет обоснования свободному обществу, свободному миру вообще. Нет основы, фундамента для реальной свободы в обществе. Джордж Вашингтон говорил, что свобода — это очень хрупкий дар, самый хрупкий дар. Но дар чей? Бога. Человеку. Но в том обществе рабовладельческом было не так. Человек мог в любой момент потерять свои права человеческие. Все. К примеру, ты задолжал, да, банку, ты задолжал там кому-то еще, и тебя продают в рабство, и ты раб. Хозяин тебя убивал, и ему ничего не было за это. Он как будто бы разбил свою вазу, допустим, да, это его собственность, это его право. Значит, и это ужасная вещь. Но христианство чем отличалось? Что во Христе Иисусе не было ни раба, ни свободного. Во Христе Иисусе новое творение. Это пропагандировалось, в это верили. И на собрании были как и рабы, так и свободные вместе в одном собрании. К одной чаше приходили, одного Господа исповедовали. И это рушило стереотипы римского мышления. Ну и много других. Я не буду сейчас внимание на этом акцентировать. Это очень большая тема. Но скажу, что Константин... Ему нужен был электорат, и ему нужны были люди, тем более религия, христианство как религия было уже чрезвычайно представлено по всей империи. И он сыграл на этом. К сожалению, вот мы видим, что не безуспешно. Цезарепапизм стал заразой, которая пришла в христианство. Больше того, именно через цезарепапизм в христианство пришли самые основные ереси, заблуждения. Тот же самый педобаптизм. Крещение младенцев. Думаете, это богословы взяли и однажды увидели в Библии то, что они видели первых 300-400 лет? Ни в коем разе. Это был ярко выраженный политический заказ на государственное христианство. На государственных христиан, которые уже с пеленок были бы государственными христианами и верноподданными христианской империи. Это был ярко выраженный политический заказ. И богословы вдруг увидели, как бы, в Библии то, чего там нет, стали читать между строк, и увидеть в ней то, что не видели первых 300-400 лет христиане. И фиговым листом своих вот этих богословствований, философий стали объяснять, вот, мол, где Эврика. Мы увидели это в Библии, что и детишек крестить надо, и младенцев. Стали говорить, вот крестилась такая-то, весь дом ее, значит, а в доме были и дети, значит, и детей тоже крестили апостолы, ну просто это забыли, как бы, ерунда, все это на постном масле. На самом деле, ничего, никакого нет обоснования в этой ереси. Одно лишь есть объяснение, цезарепапизм. Государство взяло правление в церкви. И больше того, другие ереси, многобожие, идолопоклонство. Сегодня много уроков мы возьмем из истории христианства, очень таких назидательных. Но касательно цезарепапизма скажу, что сегодня очень трудно, даже еще труднее, наверное, чем тем христианам, сегодняшним лидерам церкви, лидерам христианского мира, как мы еще говорим порой, сохранить этот баланс, Христов баланс, Цезарю Цезарева, Кесарю Кесарева, да, а Богу Божье. Сегодня на самом деле это мужество, большое мужество, не прогнуться и не прогнуться перед высокими и не возгордиться перед низкими, да? Это очень большое искусство, и не всем оно под силу. Не все пастыри могут это сделать, к сожалению, мы это видим. И сейчас даже, когда, значит, христианство мы вот в нашем обществе современном, есть прогибы, и конкретные прогибы под власть. Мы должны молиться за наших пастырей, за лидеров христианства, какие есть сейчас. Конечно же, очень сложно говорить о реформации в этом отношении, допустим, в РПЦ. Я люблю церковь, с которой я вышел, но я благословляю ее, молюсь. Но при всем при этом я понимаю, что, значит, начиная с самого начала,
этой структуры, организации во время Второй мировой войны просто-напросто внедрялись конкретные агентуры НКВД, значит, КГБ. И, в общем-то, я думаю, информация для многих это не секретная информация, для многих из вас это все есть, публикуется, и есть много материалов. Особенно после 91 года, после развала Безбожного Союза, когда комиссия депутатов во главе с Львом Пономаревым, значит, народным депутатом, значит, России, много очень материалов опубликовала вестники российского парламента, да, Госдумы. И эти материалы, они подлинные, оригинальные, с грифами совершенно секретные, и против фактов не поспоришь. Знаете ли, это не то, что там кто-то что-то придумал там или сказал неправильно. Это все материалы Слубянки, которые тогда смогли рассекретить, и многие чекисты до сих пор репу чешут свою чекистскую. Как же мы так проворонили вообще этот период? Я, кстати, с Львом Пономаревым лично общался на эту тему. Как же так получилось? Он говорит, вообще, мы даже не знаем как. Это вообще, ну, чудо. Просто эти вчерашние диссиденты, группа депутатов, я вам тайно расскажу, не тайно тоже, опять-таки, но это интересно, порой от случая столько много зависит вообще. Они просто по-наглому, просто вот нахрапом пошли на Лубянку, не имея на то никаких полномочий даже, вообще просто пошли, как народные избранники. А там такое творилось, там генералы бегают, там чемоданы пакуют, мало ли что, ну, короче, там аврал на этой Лубянке. И они какой-то там подошли к какой-то двери и говорят, вот мы прям ломились по-наглому с этими корочками, мы народоизбранники, там, значит, как бы пускать, не пускать. И они в вестибюле там кричали, кричали. И какая-то там уборщица, какая-то баба Маня, что ли, подошла, значит, ну, в чем скандал, как бы, вот, ну, вот мы депутаты, бабушка, откройте нам, значит, там, значит, архивы. И она там, а, что, нет проблем, как бы. И они поняли, это случай, нельзя выпускать. Они ломанулись туда, сидели там, пока у них просто уже, ну, голод и жажда не вынудили их оттуда уйти. Больше их никто не пускал туда. Значит, но все, что они смогли раскопать, все это опубликовано было в вестниках Госдумы. Значит, это были потрясающие материалы, очень сильные материалы, разоблачающие демоническую сущность Советской империи, зла, которая рухнула тогда. Многие из этих фактов до сих пор, кстати, мало известны многим, очень русскоязычным, к сожалению. Англоязычному миру они больше известны, эти материалы. Значит, у нас очень мало кто интересуется почему-то такими подробностями. Но касательно истории христианства, там было очень много фактов, ну, просто сногсшибающих. Я, может, какой-то расскажу даже потом. Хорошо, господа, скажу, что, дорогие братья и сестры, из истории церкви, через цезаропапизм, через рабскую зависимость от государственной структуры пришло много ересей. Поэтому нам, сегодняшним верующим, очень важно молиться, я подытожу, да, за то, чтобы церковь сегодня, сегодняшнего 21-го столетия, баланс держала такой власти и кесарю кесарево, а Богу Божье. И когда, допустим, сильные века сего, толстые кошельки, политики наглые могут заявлять, церковь, ты должна сделать то-то и то-то, то и противоречащее Слову Божьему, то церковь должна иметь в лице своих лидеров твердость, достаточно сказать, что позвольте, справедливо ли перед Богом вас служить больше, нежели Бога. Так сделали первые апостолы, да, они нажили себе кучу проблем, но они пред Богом оказались чисты. И Бог поколебал то место, и Бог пришел и благословил церковь свою. Но если не так, если идти путем компромисса, то можно много проблем нажить пред Богом. И, господа, скажу, что из истории христианства пример такой. Когда пришла ересь многобожия в историю церкви, я так называю многобожие, потому что, по сути, де-факто это многобожие. Когда христианин молится кому-то еще помимо Господа, по сути это многобожие. Потому что многих умерших святых или ангелов наделяют божескими свойствами, всеприсутствие, всеведение и, больше того, пытаются похитить власть Иисуса Христа. Написано в первом послании к Тимофею, 2.5, 1 послание к Тимофею, 2 глава, 5 стих, написано: «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя», написано дальше, «для искупления всех». И это не отдельно вырванный из Писания текст. Дело в том, что вся Библия Нового Завета, особенно послание к евреям, говорит нам однозначно о том, что и лишь Иисус Христос является первосвященником, ходатаем Нового Завета. Он является тем, кто со своей кровью вошел во святое святых, в реальное.
если в то Кадош Кадошем Святой Святых заходили лишь первосвященники великие, заходили раз в году с жертвой, и не было гарантии, что эта жертва будет принята Богом, то великий наш священник, первосвященник Иешуа Машиах, он вошел в реальное небо, самое небо, чтобы за всех, за нас предстоять пред лицом Бога. И его кровь и сегодня за нас принесенная, скажу так, сегодня принесена за нас, и его молитва 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, непрестанная, 2000 лет продолжающаяся его ходатайственная молитва, она сделала возможным то, что сегодня возможно. Спасение миллионов грешников, разных наций, разных культур. Возможным стало то, что исполнилось Писание. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слава Иисусу! Друзья мои! И ни в ком ином нет спасения. Это подчеркивали апостолы первые, это подчеркивали сегодняшние христиане 21 столетия. Ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Слова Иисуса вспомним. Уж куда далее слова самого Мессии. Он сказал, записано у Иоанна 14 глава 6 стих. Написано, «Я есть путь, истина и жизнь». И дальше он подчеркивает, что «И никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него, через Иисуса Христа». И эти прописные истины, понятные первым верующим и понятные первым четырехстолетии христианам, к сожалению, в дальнейшем стали подвергаться сомнениям. Где эта ересь зародилась, точно очень трудно определить. Но, по всей вероятности, 99%, что эта ересь зародилась в Африке, вероятнее всего, это было нынешнее Сомали, Эфиопия, также частично Египет. Вот в этом регионе, северо-восток Африки, зародилось это учение. Возможно, что это была Эфиопия, возможно. Но не буду точно говорить. Скажу проще, вот северо-восток Африки, где-то ересь зародилась. Впервые в истории христианства, где заговорили о том, что можно, мол, молиться кому-то еще помимо Господа. Это было в 4 столетии. В то время, когда проходили первых два Вселенских собора, в Никее и в Константинополе. В это время тысячи храмов, я подчеркиваю, строились по всей империи, но ни в одном из них не было молитв никому другому, помимо Господа. Молились только лишь Богу, молились Отцу, Сыну, Святому Духу. Но не было молитв, в принципе, Матери Иисуса, кому-то еще, дополнительным, никому и в голову не приходило. На чем же африканские эти богословы, на чем же эти гностики, будем так говорить, вчерашние гностики языческие, теперь гностики христианские, основывали свои лжеучения? На чем? Скажу. На, во-первых, спиритическом опыте. То, что для христианина мерзость, то для гностика просто благодать. У нас все наоборот. Если спиритизм для верующего, для еврея, не еврея, для мессианского еврея, для христианина, это мерзость, потому что Бог запрещает спиритические опыты, запрещает не только контакт с умершими духами, но даже обращаться к тем, кто занимается этим профессионально, запрещает иметь в народе среди себя такую мерзость. Это было не только ветхозаветным постановлением, друзья мои. Некоторые умники говорят, а ведь Иисусу можно было, и нам туда же можно. Он же разговаривал там на фаворе с духами. Ерунда это. Друзья мои, вот эти заявления, это все ложь. Иисус не разговаривал с покойниками в нашем понимании покойными. Потому как оба персонажа, я отвечу это особо для православных традиционалистов, потому что много таких вопросов мне задавали, особенно священнослужители, потому что с семинарской скамьи такими вещами промывают мозги. Вы не поверите, там настолько перекручивают Писание. Сегодня мне просто, ну, даже больно порой вспоминать, как порой неправильно я принимал тексты из Библии даже, воспринимал их неправильно тогда. Потому что Писание там преподается в семинариях, но она исковеркана, к сожалению. Так вот, и Иисус с кем встречался? Кто? Напомните мне. Илья Моисей. И эти люди, вот в нашем понимании, они не испытали смерть. Да, они умерли, да, их не стало. Но они не испытали смерти в нашем понимании физически, вот разложение там прочее. По поводу Илии вообще нет сомнений никаких. Там описывается конкретно, как это все произошло, и мы видим, что он просто трансформировался, просто перешел в другое измерение. Непосредственно. Вот нам бы так, а?
А ведь я знаю, что, может, даже среди нас есть такие счастливчики. Почему так утверждаю? Потому что Господь грядет. И у нас ожидание возвращения Мессии. Очень такие радостные предвкушения. И я знаю, что будет поколение, которое не совлечется, но облечется в небесное жилище. То поколение, те верующие, которые на самом деле в встретении Господа на воздухе поднимутся. И так всегда с Господом будем. И это замечательное ожидание. Слава Иисусу! Вот фильм прошлого года, 2011 года, кто, может, интересовался, сделавший шум большой, «Иерусалим. Обратный отсчет» по книге баптистского пастора Джона Хейги. Рекомендую, потрясающая лента. На русском, по-моему, еще нет даже еще, на английском языке, на других языках. На русский, по-моему, делают перевод или вот-вот сделают. Значит, это лента, которая сделала большой шум в прошлом, в ушедшем 2011 году по всей Америке и во многих других странах мира, среди христиан. Джон Хейги, если кто знает, это очень правильный человек, я очень уважаю этого человека. Это баптистский пастор из Техаса, который возглавляет американское общество «Христиане за Израиль». Это сионист с большой буквы, верующий, который на самом деле очень много сделал для еврейского народа, сделал много для Израиля как государства, и который много очень учит христиан, баптистов и других деноминаций христиан о последних временах, эсхатология. Его лекции по эсхатологии считаются просто-напросто классикой, живой классикой. И по книге его именно такой... сняты фильмы. Кстати, старые ленты, кто помнит, может быть, «И грянул гром», потом «Как вор в ночи», помните старые ленты? Кто помнит, может, о восхищении верующих там рассказывается, старые ленты такие, они на русском языке есть. Значит, но эта последняя лента, значит, она просто потрясающая. Хорошо, я сейчас о чем? О том, что все-таки в историю нырнем поглубже опять. Значит, в Африке, северо-восток Африки появились телжеучения о молитве за, молитве другим, как бы, посредникам, дополнительным, помимо Иисуса. Основывали на спиритизме. Значит, потому что, значит, ни Моисей, ни Илья, они не испытали смерти, вот в нашем понимании, физической смерти. Кстати, когда Моисей умер, да, умер, но его тело, всю гору обшарили, так и не нашли. Он был счастливчиком, который посмотрел на землю обетованную. Некоторые думают так, что ведь, ну, Иисус, Навин и Халиф, они вошли, вот, а ему не повезло. А я считаю, ему повезло еще больше. Больше всех повезло ему, потому что он Мессию лично увидел там на Фаворе. Он лично лицом к лицу с ним встретился. Это потрясающе. Он был в земле Израиля, он пришел в землю Израиля, Моисей. И он был там, на горе. Потрясающе. Я скажу, что вот с этими людьми Иисус разговаривал, не с другими. Не с теми, кто вкусили смерть в нашем понимании, физическую смерть, разложение и прочее, но с теми, кто перешел в иное измерение прямо с телом. И для нас, но опять-таки не повод искать контакты сейчас с Ильей или с Моисеем. Вообще, вот те, может кто-то сделал такой вывод, не ищите. У нас есть первосвященник за нас предстоящий, и ни в ком он нет спасения, повторяю. Нет других посредников. Напрасно будет, если даже вы из кожи вылезете вон, или все-таки встретитесь с Моисеем, он тебе скажет, оно тебе надо было. У вас уже есть уже все. Ну зачем тебе вот еще... Да, поэтому не порти себе жизнь, а именно воспользуйся открытой дверью. Не ломись там какие-то окна там или дополнительные двери прорубать. Зачем? Дверь открыта. Добро пожаловать в Царство Божье. Это дверь сам Мессия, сам Христос. Поэтому кто войдет и выйдет, и пажить найдет, он будет на самом деле счастливчиком, который не только вошел, но он может указать другим людям на эту открытую дверь. Слава Богу! Это потрясающе! И это замечательное служение. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! 2012 наступил, мы смотрели, все многие из вас ленту, наверное, смотрели, 2012, да? И там за 1 000 000 000 евро предлагались билетики на борт спасительного ковчега, знаете ли, спастись от мирового потопа. Но при всем уважении к голливудским этим мастерам скажу, что ковчег из железа не спасет. Да, Китай нам не поможет в этом отношении. При всем уважении, братья, китайцам. Больше того скажу, и миллиарды не спасут. Даже 1 000 000 000 евро за билетик, просто
Даже все богатства мира, кто-то будет предлагать за любовь, он будет отвергнут с презрением. Просто-напросто. Просто с презрением. Скажет, это вообще, это ничто, это мусор. Это ссор. Почему? Потому что за любовь не платят. Знаете ли, Иисус сам заплатил, а свою жизнь отдал, кровь отдал свою. И для нас это бесплатно. Он сам заплатил, оплатил то, что мы не могли бы никогда платить. Поэтому спасение – дар Божий во Христе Иисусе. Чтобы никто из нас не хвалился. Чтобы никто из нас чековой книжкой не тряс и не говорил, вот я оплатил это все. Нет, Бог оплатил. Сделал нас равными всех, евреев, неевреев, умных, неумных, всяких. Сделал равными в этом, потому что Господь за всех, за нас пострадал. Чтобы всех спасти, привести в Царство. Слава Иисусу. Друзья, я очень Богу благодарен. Спасибо, Господь, спасибо. Я скажу, что вот та ересь многобожия, которую можно одним словом назвать, для простоты понимания, она пришла из Африки, и на спиритизме, и также на ложных толкованиях религиозных, прежних. Допустим, один из таких умников был такой Мемнон, митрополит Эфесский, впоследствии, в 5 столетии. Как он все это красиво обрисовал? Он сказал так, что вот Эфес, город, когда-то был прославлен культом Артемиды Эфесской. Помните, наверное, да? Из Писания мы это знаем. Историки подробно рассказывают, в Библии очень немного, но тоже показывается вся эта нечистота, мерзость этого культа. Но, позвольте, храм Артемиды Эфесской был одним из 7 чудес света. Мы знаем еще и другую сторону, да? Мы знаем, что это была мерзость, но в глазах человечества это было шедевром, это было искусством, это было чудом света. И вот Мемнон Эфесский в 5 столетии, через 4 столетия после падения, там, после начала христианства получается, он сказал так, что нашему предке, ефесяне и вообще римляне, греки прошлых столетий, молясь Артемиде Эфесской в этом храме, они как бы прообразовали настоящую Богородицу, которая есть Мария, Матерь Иисуса Христа. И они как бы не ведали того, они поклонялись уже настоящей Марии. Фу, бред полный. И при том, Мемнон Ефесский это сказал не просто где-то на кухне, знаете ли, с друзьями. Мало ли, что можем говорить всякие ереси. Но, знаете ли, он сказал это в собрании великом с кафедры на Вселенском соборе. Вот это да, друзья мои. Но по порядочку, как мы дошли до жизни такой, как получилось, что христианство вот так вот загадилось такими учениями. Значит, проспали отцы многие. Мы не судьи истории, мы не судьи тем, кто ушел уже в вечность. Бог им всем судья, как и нам всем. Знаете ли, не хочется судить ни живых, ни мертвых, но скажу, мы должны научиться кое-чему из той истории. Дело в том, что многие отцы церкви, многие лидеры христианства, которые прошли лагеря, будем так говорить, ну, проще говоря, прошли гонения, да, вот Нерона это уже самый первый, Диоклетиана, допустим, да, императора других, к сожалению, сломались на таких вещах, как Маммона, просто гордость, похоть и жадность. На таких вот простых вещах, казалось бы, да, попадали. Многие братья, которые прошли серьезные испытания веры, казалось бы, да, и были, ну, столпами, попадали через просто, на самом деле, гордость и жадность. Константин сделал многих этих служителей богатыми рабовладельцами и землевладельцами, подарил особняки, знаете, широкого плеча. Значит, особняки, которые были захвачены у там репрессированной знати, земли дарил направо-налево многим, значит, лидерам христианства. И, к сожалению, не все, но многие купились на это. И когда потом Константин просил некоторые вещи, услуги оказать ему, не было силы отказать такому великому боссу. И многие пошли на поводу. Не все, конечно, далеко не все. К примеру, Афанасий Александрийский, когда Константин попросил его в частном порядке, приватно, попросил некоторых, ну, лиц явно невозрожденной жизни, явно, ну, они как бы где-то как бы и крестили, я не знаю, какой общине там, но попросил этих лиц явно невозрожденной жизни в церкви назначить их на ключевые посты некоторые. Что касается финансов церковных, там, что касается там некоторых дел церковных, поставить их даже епископами некоторых из них. И Афанасий взял и отказал Константину.
И заявил, что, ну, он очень вежливый, в форме такой, конечно, ну, он соблюл форму эту, он сказал, что мы уважаем вас, как вот императора, как государя, но, простите, но при всем уважении к вам, это компетенция церкви. Мы не можем доверить вот такие дела, церковные дела светской власти. И он заявил, что кесарю кесарю, а Богу Божьему. И ответ Константина был очень такой простой, что у нас в империи незаменимых людей нет. И нашли тут же дело определенное по другому делу, по другому поводу. Но Афанасия тут же арестовали фактически, значит, почти тут же. Арестовали его, подержали в тюрьме, потом отправили в ссылку. Как потом выяснилось, через пару лет выяснилось, что это все дело было сфабриковано, и свидетели даже свои слова забрали обратно и заявили, что это просто подстава. Его вернули на некоторое время снова в Александрию, но тут же снова арестовали и отправили в ссылку опять по другому делу. И его вся остальная жизнь, остальная служба прошла в местах не столь отдаленных. То есть он платил такую цену, цену свободы. Его не убили, как некоторых других, потому что он был лидером всей Северной Африки. И его смерть могла бы произвести большой шум. Константин это понимал. Как других, он не мог его просто физически устранить. Но он его ломал в этих казематах, ломал его в этих тюрьмах. Но не сломал. Афанасий умер не сломленно. Он пережил Константина. И, к сожалению, система дальше работала. Но таких, как Афанасий, было немного на самом деле служителей, к сожалению. Очень много было бесхребетных служителей, которые прогнулись очень жестоко, жестко. И вот невозрожденных служителей многих потом враг использовал для того, чтобы сеять смуту в церквях. Да, ничто не ново. Знаете ли, в советское время КГБ использовал те же самые методики, внедряя свою агентуру и в православную церковь, и в протестантские церкви. Я думаю, многие из вас, может быть, слышали свидетельства некоторых этих братьев, которые каялись, потом обращались. Значит, и есть покаяние бывших агентов КГБ, которые рассказывали, как это все происходило в 70-е, 60-е, 70-е, 80-е годы даже. И, в общем-то, это старая технология. У дьявола есть желание контролировать церковь, контролировать и делать что-то. Один из покаявшихся агентов КГБ в 70-е годы, и он выступал в Киеве, он был в гостях тогда у пастора Сандея, значит, и в Манеже тогда было служение, он рассказывал очень интересные вещи о том, как он покаялся, будучи уже внедренным в систему, как постепенно Бог касался его сердца, и из засланного агента он стал христианином, на самом деле покаялся, отрекался от этого греха и не сдавал уже братьев, не сдавал информацию. Как он участвовал в ликвидации, перед тем он, толчком к покаянию его было ликвидация одного агента КГБ, который был внедрен в баптистскую деноминацию и был уже за годы там служения, был одним из старших пастырей Союза. И затем он отказался давать информацию, все меньше и меньше давал информацию, значит, о своей деятельности, а потом и вообще заявил на очередной явке агентом КГБ, заявил, что он больше не сотрудничает с ними. Значит, ну это было смертным приговором для него, конечно, потому что КГБ СССР на Лубянке вынесли ему смертный приговор. И самое интересное, они же еще следили друг за другом, стучали на себя еще, друг на друга. И для ликвидации послали как раз тех, кто колебался. Тех, которые завтра могли сами вот так вот заявить, что мы больше не сотрудничаем. Как, они же знали друг друга, и они как раз подоставили...